Телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской» рассказывает, как стать частью команды молодежного парламента Самарской области. До 1 ноября продолжается прием документов. Будет формироваться резервный список кандидатов в состав общественного молодежного парламента при Самарской губернской думе. В конкурсе могут принять участие граждане страны в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории Самарской области. С условиями конкурса и списком необходимых документов можно ознакомиться на официальном сайте общественного молодежного парламента в разделе «Анонсы». Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 846 221 32 71 или 221 31 54. Октябрь месяц, когда врачи-онкологи особенно активно напоминают о таком распространенном женском заболевании, как рак молочной железы. Специалисты областного онкоцентра проводят встречи на предприятиях и тематические уроки в школах. Они рассказывают, какие обследования нужно проходить каждой женщине, чтобы вовремя выявить проблему и начать лечение. С полезной информацией о методах выявления рака как у женщин, так и у мужчин можно ознакомиться в телеграм-канале Куйбышевского района. До 25 октября проводится общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка оперативно значимой информации, поступающей от гражданского населения, оказание квалифицированной помощи, консультации по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц, информирует телеграм-канал Ленинского района. С 16 по 19 октября в Самаре на площадке АЦРК «Художественный» зрители смогут увидеть лучшие работы лауреатов 14-го Всероссийского фестиваля визуального творчества «От чистого истока». Фестиваль объединяет авторов, которые представляют документальные и художественные видеофильмы, программы об этнографии, традиционном народном творчестве, традиционной культуре. В программе фестивальных дней, помимо показов фильмов лауреатов, творческие встречи и лекции, которые прочтут профессионалы российского кино и телевидения. Они расскажут о видах документального кино, рассмотрят практическую драматургию неигровых кинолент и откроют секрет, как сделать документальные фильмы о редком интересными для многих зрителей. Вход бесплатный, но нужно записаться по ссылке. Она доступна в телеграм-канале Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары.